Привет, ребята. Я думаю, сейчас пока нашу ссылочку получат, люди присоединятся к нам. Я хотела, на самом деле, подготовилась, потому что очень часто задают вопросы о том, как я там за собой ухаживаю, что я применяю. Вот, я подумала и решила, что будет очень, наверное, интересно узнать те средства, которыми я пользуюсь. Сначала мы, наверное, в первые 10-15 минут, ну, наверное, минут 10 поговорим об этих средствах, а потом я поотвечаю на ваши вопросы. Как раз, все подтянутся. Вот, хочу посоветовать, вот это очень, наверное, будет сложно. Масло Эму называется, Эму Ойл. Так, вот. Это все для девочек пока. Это жир, на самом деле, те, кто живет в Америке, вот в Канаде, по-моему, его производят. Жир Эму, это настоящий стопроцентный жир Эму, который добывают. Я врать не буду. Ну, какое-то там животное дает этот жир. И, соответственно, очень хорошо увлажняет кожу. Можно пользоваться для лица, можно для какой-то части тела, соответственно, чтобы двойное, тройное было увлажнение. Вот. Вик, скажи, пожалуйста, ты знаешь какой-нибудь эффективный способ, чтобы сбросить вес? Чуть позже, кстати, забыла я вам принести, показать. А, у меня здесь есть. Одну секундочку. У меня здесь есть. Сейчас покажу. Тоже чудо-средство. У меня всякие секретики есть. Вот. Называется Coral Mine. Вот. Сейчас свет выключился. Coral Mine. Это, значит, средство улучшает вот органолептические свойства воды. Его нужно добавлять, там такие пакетики. Вот такой вот один пакетик добавляю. У меня тут маникюр, видите, какой модный. Пока ребенок спит, я три ногтя накрасила. Три ногтя накрасила, остальные два, значит, еще, остальные, вернее, семь еще в обработке. Вот это средство добавляется на 1,5 литра воды. И хочу сказать тем, кто действительно хочет сбросить вес, нужно пить очень много воды. Вот, допустим, я сейчас стала это делать и почувствовала, как мой вес пошел вниз. Постепенно, потихоньку. Это не средство для похудения, ни в коем случае. Это средство, которое насыщает вашу воду кальцием и другими минералами, да, и обогащает воду. Здесь также содержится серебро. То есть это, можно пить и обычную воду. Вот просто я добавляю для того, чтобы. Уж наверняка моя подруга мне посоветовала. И нужно очень много пить воды. Нужно пить около 1,5-2 литров. Ну, я пью 2-2,5 литра воды в день. Поэтому вода очень хорошо начинает. Вот именно вода. Не сладкий чай, не что-то подобное, соки. А именно вода. И сладкий, и вернее, вода, она начинает выгонять из организма все ненужное. Тем более, если ваш вес совсем недавно вы набрали вес.